Итак, тема нашего сегодня занятия, или не занятия, или просто урока. То есть, как нужно стягивать дом, каменный дом. Такую информацию вы не найдете нигде, как только на канале «Каменный успех». И вот смотрите, в первую очередь, лазера пока не имею. Но делаем такими ручными способами. Натягиваем нитку. И потом от ровности уже будем отталкиваться, где нам варить уголки. Вы спросите, при чем здесь Афинский Акрополь? Стены Акрополя укреплены по такому же принципу, как и наш домик. Но немножко более дорогого металла. Вот вся разница. То есть там сделано с нержавейки. Но у нас же, так как дом идет квадратный, мы использовали просто пластины и болтами сжали, и все. А вверху, смотрите, все держится на честном слове. Все это будем потом разбирать. Но сначала это все нужно стянуть. Сейчас здесь убираем камушки, чтобы выбрасывать, так сказать, мусор. И вот здесь, если посмотреть, это самый опасный объект, который можно представить себе. Потому что вот там висит все. Там все висит. Но нам необходимо убрать эту территорию внизу для того, чтобы поставить распорки, поставить леса и потом начинать потихоньку разбирать там, где необходимо, там, где, я думаю, самую первую стену, даже не знаю, с чего начать, потому что все ветхое, трухлое, то есть, ну, вы обратите внимание, какая кладочка, это необычная кладочка, это кладочка, которая заслуживает своего внимания. И положено все это на землю. Посмотрите, красота какая. Простоял он очень долго. Крыша упала. Дом начинает играть. Он начинает рассовываться. Потому что, когда зимой дожди, размокает. И все это сунется. И в конце концов он бы упал. Но мы постараемся его спасти. Так как нужно сделать все красиво. Сделать аккуратно. Сделать так, чтобы это держалось на века. Самый опасный участок это сейчас, когда нужно убрать, потому что все это может в любой момент посыпаться. И необходимо очень осторожно. Если я поставлю леса, потом уже не менее опасно, потому что я все буду потихоньку снимать, то, что не украшает этот дом. Итак, продолжаем чистить. Все, смотрите, какую работу уже проделали. Сейчас вот этот угол еще расчистить, и потом уже будем смотреть, что делать дальше. Итак, после того, как мы вымерили наши дома, плоскости, ровные плоскости, там, где именно наши будут перекладины, то есть сламы, как это по-русски, пластины, чтобы они не закрывали двери или окна, то есть чтобы они немножко были выше или ниже, там, ну, чтобы ничему не мешало. И вот мы все вымерили приблизительно. Все размеры у нас нарисованы на стене, как снизу, так вверху. Вот. Я не буду подробнее рассказывать, потому что подробно рассказать это себя надурить. Потому что люди, которые соображают хоть что-то, они просто посмотрят, и им больше не надо ничего. Они возьмут и повторят. Это очень просто все. Поэтому обратите внимание, какие у нас уголки. Вот смотрите, я нарезал уголки. Сейчас обвариваю. И потом само крепление будет вот так. Вот. Обрежем эту резьбу. И вот гайка будет накручиваться и стягиваться ключом. То есть проще не бывает. Итак, друзья, наша лама слишком маленькая для того, чтобы связать дом, поэтому мы соединяем. Как мы соединяем? Я думаю, что любой сварщик знает эту всю фишку. Мы оставляем зазор приблизительно 5 миллиметров для того, чтобы все это проварить. И еще сверху сделаем накладочку. Накладочку сделаем чуть поменьше, чтобы это все было четко и хорошо, чтобы не разорвало.
эти пластины, может, даже и не держат, немножечко там поддерживают, и дом будет стоять очень долго. Вот как с камня вот делают дом, сверху залить бетонную плиту перекрытия, этот камень уже никак не может выпасть оттуда. Вот так-то и в этом деле, где мы стянули дом вокруг. Это сделано временно, потому что ждем разрешения, чтобы этот дом восстановить. Вот так за счет кувалды и ключей все это стягивается. У нас здесь немножко все идет вплотную. Купите уголок, скажем, чуть потолще, то есть по размеру, если это 3,50, значит друг другого нету. Поэтому делаем из того, что есть. Подписывайтесь на канал. Новости наших работ смотрите на сайте. Также переходите по ссылкам на другой YouTube-канал. Ежедневно мы выставляем видео, отчет о нашей работе. Кому интересно строительство из камня, вы можете много чего полезного найти. Стройте из камня, ставьте лайки. Мастера, зарабатывайте на камне. Все, пока.